Всем привет! Приветствую вас на канале Пляжная рыбалка. Сегодня ноябрь, конец ноября. Погода стоит прекрасная. И мы, как всегда, на рыбалке. Океан сегодня изумительно красивый и достаточно спокойный. Поскольку западный ветер дует с берега и просто сглаживает волну. Очень интересно наблюдать, как в океане, метров там отсюда 200-300, прыгают огромные скаты. То есть выпрыгивают из воды, переворачивают и падают. Таким образом они сбивают со спины всевозможных паразитов, всяких улиток, личинок. Вон там вот. Парень только что поймал одного большого ската. Он его подтащил к берегу. Мы сейчас с вами пойдем его поснимаем. Вон он там вдали, рядом со мной. Ну, скатов ловить, конечно, не очень приятное дело. Во-первых, очень много сил тратишь, чтобы его вытащить. И практически после, когда вытаскиваешь, его цепляешь и отпускаешь. Я вытаскивал огромных скатов. Вот. А вот, смотрите, интересный экземпляр он вытащил. Это, кстати, скат мантов. Вот таких я не ловил. Это интересный экземпляр. Вот. Скат манту. О, хороший. Симпатичный. О, oh, yeah. I can't believe the line holds. Yeah. That's crazy. I know. It's barely, look at it, barely hooked there. Mm-hmm. It's beautiful. Oh, yeah, come, come. Красивый скат, красивый скат. That's a big boy, guys. Yes, and beautiful. Woo! Yeah. Do you have pliers? Yeah, yeah. Can I hold it? Yeah, yeah, it's a manta ray. Oh, wow, yeah. Interesting. Wow. What a beast. Yeah. What a beast. Okay, here we go. Most general. Ale, don't get so close. What the? What is that? That's a manta ray. Oh, yeah. Oh, he got hooked twice. On the side as well. Wow. What a line. That's it. Oh, it's a fish. Watch it. Okay. You got a hook. Yes. I got it. Okay. Wow. Beautiful, guys. Beautiful. It's beautiful, let's yeah. Get him. Go back? Well, he's not gonna go back. He has to turn it. Yes. Oh, my God. Hold that plier. Alia, hold this plier. I have to turn him around. Oh. That's a manta ray. Wow, so beautiful. Oh. Wow. Look, there we go. Wow, yeah. What a beautiful fish. Nice fish. Yeah. It's a manta ray. Oh. This is gorgeous. Sheep. Yeah, it's a manta ray. Take a picture now. Yeah. I'm gonna let him go. But someone needs to hold too from the other end, so we lift him. You think you could help me out? Yeah, fine. I probably won't be able to. Yeah, we're just gonna lift him. Вот молодцы какие ребята. Поймали, отпустили. Все, все, пойдет сейчас. Давай, 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 давай. Греби. Тяжелые. А я. Пошел, пошел, пошел. Окей, бай-бай. Бай-бай.
We got it. Woo! Yep, right there. Макрель, испанская макрель, это вообще хищник. Обычно она вот ловится тут, туда, в более южных водах. Ну вот раз и дошла сюда, смотрите, какой у нее рассвет очень красивый. А зубы, страшное дело. Ладно, хорошая рыбка. Интересное. Thank you.